Нет. Давай сюда. Друзья, всем привет! Вы на канале Family Box. Мы переместились в дом, где будем проживать какое-то время. И он довольно-таки большой. Мы решили сегодня попробовать поиграть в этом доме в прятки всей семьей. У каждого будет своя камера, каждый будет прятаться в разных местах. Кто-то будет из нас Голя, и, собственно говоря, мы должны найти друг друга. Давайте прямо сейчас начнем. Мне не терпится уже кого-нибудь попробовать пойти поискать. Ну что, мы вышли все на улицу. Всем привет, ребята! Всем привет! Мы вышли очень вовремя, и да, пошел дождь. Кажется, в нашем дворе пряток не будет, только в доме будут они. Почему? Тут есть много мест с крышей. Нам есть где прятаться? Конечно. У нас у каждого будет камера, и мы будем ходить прятаться все со своей камерой и снимать вот так вот друг друга. Кто первый будет? Давайте, может быть, я начну. А, так, ты самый просто? Самый старший, я буду вас первый искать. Ладно, хорошо. Давай. Вы все включили камеры? Я включила. Милана, ты камеру включила? Я включила. Да, на счет три мы все прячемся. А, я считаю до 10. Даже до 15? Дом хорошо. Большой? Давайте. Я пойду вот сюда, буду сейчас считать здесь до 10, а они за это время должны спрятаться. Давай, иди, беги, тебе можно. Так, папа, ты начал считать? А ты домой, не домой? Нет. Тогда я домой. Ребятки, я... Давай. Куда-нибудь беги прятаться. Я думаю... Ух, так, давай сядем на лавочку. И подождем. Давай, тут прячься. Очень прохладно. А я в другую сторону. Вот сюда давайте. Вот сюда. Вот карабок. Ой, он там прячется. Ой, пошел искать. Мне страшно. Мне страшно. Ладно, давайте так. Ну что, считаем 1, 10. Ну что, погнали? Так, места тут довольно-таки много, они могут спрятаться где угодно. Так, ребята, кто не спрятался, я не виноват! Я иду вас всех искать! Кто где? Я во дворе никого не вижу. Алло, подайте голос! Может быть, тут кто-то? Кстати, что за дверь такая? Я тут ни разу не был. Ну, пойдемте посмотрим. Ой, закрыто. Ладно, пойдемте дальше. Кажется, что за тобой охотится какой-то монстр. Интересно, где он? Далеко нет. Неужели они все побежали домой? Так, а вот это что? Я тут еще тоже не был. Служебное помещение. Что? Господи, какие тут потолки низкие, ребята. Что такое вообще? Грязная бельишка. А это что? Ага. Служебная. Что это, какие-то стиралки? Эй, тут есть кто-нибудь? Эй! Никого. Ладно, ребята, пойдемте в дом. Когда он не найдет, я пойду все равно. Так! Я, кажется, кого-то нашел! Выходи, девочка моя! Зачем, я первый нашел? Проиграл, думала, хорошее место нашла. Тут такой потолок низкий в этом здании. Да. Пойдемте остальных искать. Ты мне поможешь? Да, кстати, Даня дома. А мама что, нет? Я не знаю, где мама. Пойдем. Ну, погнали домой. А может, даже здесь зайти, да? Да, домой. Так, мы дома. Так, Даня. Это какой этаж? Это второй этаж. Где он может спрятаться? Даня? Нет, он в темноте не спрятается. Кстати. Нет, там тоже нет. А там, здесь? Там полочки. Они в соседней комнате. Кажется, он идет. Милану нашел. Вам не слышно, наверное. А мне слышно и страшно. А может быть, он, ребята, спрятался под кроватью? Да нет, он не. Ой, точно, слушай. Тут места нету прятаться под кроватью. На балконе? На балконе может быть? Я думаю, нет. О, кстати, пап, давай я на улицу пойду искать, а ты тут. Давай. Так, ребят, пойдем искать. Мимо, что ли, ушли? Даже не зашли, или мне показалось?
Так, ребята, я еще захожу в другую спальню. Может быть, они тут и спрятаны. Тихо. Подожди, ты что, тут одна? Да. Я уже нашел Милану и тебя, и мне осталось только найти Данюшку. Пойдем, помогу? Я не знаю, где Даня. Ой, мама, что это такое? Мальчик, Дастни, ты где? Hello? Когда я так делаю... Hello, hello! Обычно Даня не выдерживает и начинает смеяться. Поэтому я думаю, что он должен какие-то подавать сигналы. Но тут его нет, ребята. И он спрятался, реально. Он так спрятался довольно-таки хорошо, я смотрю. Ребята, я нашла Даню, но папа его еще не нашел. Вот так вот. Он, видать, подумал, что это просто подушка. Короче говоря, Данька, вот он. Папа его не нашел. Зато нашел меня и Милану. Пап, там холодно, если что. Где? Там, где ты. А, сильно холодно, да? Вообще, в принципе, холодно. То есть мне нужно куда-то ниже идти? Ну, я не буду говорить куда, я подсказывать не буду, но там, где ты, холодно. Ну, ладно, ребята, папа, ты нашел? Ты Даню не нашла? Нет, вообще. Чего меня пугаешь? А вот и Милана. Даже в машине посмотрела. Я там первую нашел, я не могу еще Даню найти. А ты где пряталась? Я, знаешь, он там за бок, и там был стол под стол пряталась. А тут у нас быстро есть нашел. Такая кроватка интересная. Может быть, кто-то тут сидит? Никто тут не сидит. Так, где он может быть? Я думаю. Ну, мама говорит, что холодно. Значит, где-то он тут-то, наверное. Под столом нету. Куда он делся, ребята? Так, здесь тоже его нету. Даня! Данюша! Да ёшкин кот, куда ты делся? Наверное, мама знает, где он, но она мне не хочет говорить, где Даня. Ребята, я его реально ищу очень долго, и его что-то до сих пор нет. Ну, как-то так круто спрятался, я даже не знаю, где. Даня явный победитель. Блин, где он? Даня! Так, подождите. Ребята, я так его до сих пор не могу найти. Что же такое, а? Блин, куда же мне пойти? Вот подозрительно поднимается простынь. То вверх, то вниз. Интересно, что же это может быть? И вот понимаете, вот там вот как будто свисает что-то, вот продолжение ног, а здесь что-то непонятно. Ну, в общем, мне кажется, если на счет три это сделать, то будет раз, два, три. Я тебя так долго искал. Ну что, ребят, я выиграл. Чудо, спаси. Я боялся, что меня сьязы найдут. Но сьязы не нашли. Я выиграл. Могу сказать, что в первом раунде реально Даня был очень крут. Он спрятался круче всех. А Милану мне быстро удалось найти. Но она, кстати, хорошо тоже спряталась. О! Даня молодец. Теперь у нас Милана, вот. Да, давай, так как я ее самую первую нашел, теперь Милана будет нас искать, а мы погнали прятаться. Поехали прятаться? Получается, ты теперь вода. Мы с Личом прячемся во дворе. Везде можно прятаться. И в машине даже можно. Да, все, я погнал. Так, все. Один, два, три. Так, ребята, у нас ровно 15 секунд, поэтому давайте быстрее, 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 бегом, бегом. Давай, 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 проходи. Ты можешь спрятаться в шкаф. Сиди. А, хотя нет. Нет, нет. Ладно, прячься там. Куда спрятаться мне? А что, если я спрячусь за шторку? Как вы думаете, она меня найдет? Если я сделаю вот так. Сейчас мы придумаем. Я пошел вниз. У меня есть идея. Я хочу попытаться спрятаться в машине, но я не знаю, успею я до нее дойти или нет. А еще мне надо успеть взять ключи. Ключи взял. Пойдем. Времени мало. Выходим на улицу. Надо быстро пробраться. Я в машине. Не знаю, надеюсь, что она меня не найдет здесь. Но когда я
уходил прятаться, она сказала, прятаться можно хоть где и даже в машине. И я подумал, что, может быть, это плохой знак. Она может тоже сюда пойти искать. У меня есть вот такое окошко, чтобы здесь подглядывать за ней. А еще она может пойти вот с той стороны. 23, 24, 25, ну всё. Я сделала больше. Ну все, кто не справился, я виновата. О, я знаю, где кое-кто спрятался. Служебные помещения там точно ничего. Наверное, все на улицу пошли. Одеваем шлепки. Идем на улицу. Так, котик убежал, у нас тут кот живет серенький. Я сказала про машину. Пап, наверное, в машину пошел. Кажется, она идет тихо. Я кого-то слышала. Наверное, тоже. Сейчас я посмотрю в машине, но мне кажется, это дома было. Пап. Подожди, как ты меня заметила? Ну я же сказала про машину, вот. Слушай, ну подожди, ты же меня не видела. Как ты пришла сюда? Я же говорил, это плохая идея. Ты что, меня первого нашла? Да. Классно, ну давай иди, ищи других теперь. Пап, идем, ты мне помогать будешь. А, ну по правилам игры ты должна искать. Эй, я тебе вообще-то помогала. Ну только чуть-чуть, только никому об этом. Хорошо, хорошо. Ну я пойду искать. Ребята, я так и знала. Но мне кажется, мама в зале. Еще в этой служебном помещении, где кочевалка стоит. Там может быть. Так, я тут кого-то слышала. Нет, это папа был. Hello, baby. В следующий раз, когда я буду прятаться, я закрою дверь на замок. Эх, не повезло мне, ребят. Она меня так быстро нашла. Ладно, в следующий раз я понадежнее спрячусь. Кстати, тут есть еще баня. У меня есть только единственный ключ от нее. Поэтому, наверное, я в следующий раз там спрячусь. Погнали искать. Мне кажется, они в служебном помещении. Ты думаешь, они там? Мне кажется, они где-то в доме. Нет, в доме я посмотрела на первом этаже, их точно нет. Ну, только на первом, а на втором, на третьем что-то не нет. На втором, на третьем я не хочу. Иди что, сам понимаешь. Страшно? Да. Там бабка Грэнни живет? Нет, там воняет просто. Фу. Так, я пойду там, посмотрю, где я пряталась и заберусь на второй этаж. Я думаю, они в доме. Ты зря вышла из дома. Они не выходили, по-моему, на улицу. Вот, кстати, видите, она попыталась открыть баню, но там закрыто. Что, я просто что-то рассказываю кому-то, но не тебе. Да нет, Милан, у них нету ключа от бани. Я тебе открою секрет, ключ только у меня. Так, в коллекционный люк они не спрятаются. Тут их тоже нету. Пустота, ёпперемидон. Только бельё наше там висит такая. Я иду. Ты теперь решила пойти в дом? Да, как будет быстрее. Ой, мне кажется. Попытайся их в доме найти. Ух! Она вернулась в дом. Что? Ну что, как мне кажется, кто-то возьмет пример, за что она не спрятается. Папа помогает ей. Значит, она уже нашла. А ты тут смотрела? Да, тут смотрела. Не, ну сюда они не залезут. Там вряд ли. Знаешь, такое есть место интересное. Ну, попробуй вот здесь. Тут все обыскала. А тут еще ни разу не была. Пам. Ой, я испугалась. Там подушки оказались. Вот тут, знаешь, еще есть такие душевые, типа шторок. Надо их отодвигать. Да, еще открыть. Я сдвигала. А на балконе смотрела? Они же могут на балконе спрятаться. Ну, я бы их заметила сразу на улице. Что-то их так долго нет. Они вообще, в принципе, в эту комнату не заходили. Никого, ребят. Не, а если бы не были на балконе, я бы сразу их заметила. Пойдем на четвертый этаж. Осталась только надежда на четвертый этаж. Ку-ку! Что-что? Ку-ку! Они тебе уже сами подают. Да. Руки. Ку-ку! Где ты думаешь? Пойдем на четвертый этаж. Нет, тут их нет. Нет, иди на четвертый, я тут. Да ты же должна их найти, а не я. Да, папа, ты же мне помогаешь. Ой, тут Даня на игрушки раскидан. Я испугалась. Давай сюда. Даня, я тебя испугался, правда. Нашли Даню. Так, ну считай, я тебе помог найти Даню. А где мама Дани? Не знаю. Давай я вам помогу. Ты поможешь нам маму найти? Ну ладно, она на четвертом. Да, мне тоже так кажется. Ну-ка, погнали. Она на четвертом. Пойдем, значит, туда. Я тоже думаю, что начали туда.
Ой, Милана, она где-то внизу. Да я перенесла. Я слышал ее голос там. Блин, где она спряталась? Она хорошо так спряталась. Как я изначально, да? Подожди, подожди. Ну-ка давай-ка здесь, сюда. Вот сюда давай. А ну-ка. Ну-ка, Милан, давай пробуй. Точно. Что? Мы тут уже были. Серьезно? Милан, где же она может быть, интересно? Где же она может быть? Удалось найти, да, ее? Ну что такое, быстренько, я уже так ку-ку, да ку-ку. Кукушка, ты тут сидишь, кукукаешь? Зову вас, да зову, а вы? Милана меня сейчас быстро нашла первого. Ну, так все меня слышали, потому что я звала. Несмотря на то, что папу нашли первого, я буду искать сейчас, потому что по очереди мы решили. Да, ну, поэтому папа я уже искал. Милан уже искала, теперь буду искать я. Я остаюсь здесь, я буду считать до 15, а вы двое должны уже скрыться и прятаться. Ой, ну вы медленно считай до 15, да? Ладно.